Сейчас находится в краевой клинической больнице под наблюдением врачей. Двоих детей в Бобровке укусила гадюка. Один из них местный житель, другой из краевой столицы. По словам очевидцев, змею нашли на пляже и сразу после происшествия уничтожили. Кстати, это уже не первый случай в году, когда змеи кусали людей. В мае этого года по той же причине в Бийске были госпитализированы два человека. На прошлой неделе в больницу с укусом был доставлен житель Рубцовска. А месяцем ранее змеи были замечены на территории Нагорного парка в Барнауле. Если с вами случилось подобное происшествие, специалисты советуют обращаться в больницу не позднее, чем через 3 часа.